Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Ну, вообще, это первый выезд для меня, так как я болею за «Факел» уже довольно долго, я сам из Воронежа. Ну, лет 10, наверное, может быть, даже больше, но как-то не получалось то с работой, не было возможности выехать, то как-то там какие-то другие факторы мешали, а вот тут все-таки Москва близкая, мы тут выехали в 4 утра. Вот с друзьями. 96-й выезд за «Факел». До сотни осталось недалеко. Вот. Что, надеемся только на победу и на то, что «Факел» будет всегда выше лиги. Мы 21 год ждали выхода «Факела». Я еще был совсем пацаном маленьким. Вот. Когда «Факел» последний раз играл в высшей лиге. Ну, конечно, хочется, чтобы «Факел» сегодня победил. Я думаю, как минимум ничья, потому что команда тоже окрепла. Вот. Команда борется. Правда, задачи глобальные уже такие не ставят, но на ходу «Локомотив», так скажем. Игра хорошая, вечно чуть-чуть не хватает. Вот просто достойные игры были и с «Зенитом», и со «Спартаком», и с «ЦСКА», с топ-клубами. Играем на равных, не уступаем ни в чем, просто чуть не хватает везения. С «Локомотивом» в прошлый раз повезло, надеюсь, сейчас тоже повезет. Вот точка меня приобщила в какой-то степени. И вообще с тех пор, когда «Факел» вышел в премьер-лигу, наиболее, так сказать, стало интересно смотреть и посещать матч. Матчи мы смотрели где-то по телевизору, в кинотеатре. Наверное, самые яркие, те, которые были вот сыграны в Ростове и с «Динамо». Первый матч 3-3 с «Динамо» – это было самое такое активное начало, которое прям зарядило на год и позволило так поверить в то, что мы можем. Действительно. Понравилась команда. Тем более последние годы начала так прибавлять. Поэтому как не болеть, как не есть. Сегодня, думаю, выиграет. Нет, «Факел». Ну, «Факел», да, наверное, 1-0 будет счет. Забьет. Просто вы живете в Москве? Да. Но болеете за «Факел»? Ну, я так их поддержу. Секунду. Почему? Лично вот болею за «Якимова». Нравился до моего.
Локомотив просто реализовал момент, который у них был. У нас были два, насколько я сейчас помню, железобетонных момента, мы не забили. В конце пропустили обидно, не считая, что превзошли нас. Спокойно могли забирать эту игру. Но болельщики, это, в принципе, уже привычная ситуация для Факела, что в гостях чувствуем себя как дома. За это им большое спасибо. Очень кайфовая атмосфера.